Добрый вечер. В эфире «Вести», Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Сегодня в программе. В прокуратуре Карачаево-Черкесии прошло торжественное собрание, посвященное 292-й годовщине российской прокуратуры. Молодой общественный политический клуб посетила председателя общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдаванова. В Карачаевске состоялись чемпионат и первенство Карачаева-Черкесии по армспорту. Ежегодно 12 января отмечают День работника прокуратуры России. Эта дата, как и многие другие памятные даты современной России, связаны с эпохой Петра Великого. Сегодня в прокуратуре Карачаева-Черкесии прошло торжественное собрание, посвященное 292-й годовщине российской прокуратуры. В собрании принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, а также руководители различных ведомств, рассказывает Светлана Акбаева. Открыл торжественное собрание исполняющий обязанности прокурора Карачаева-Черкесии Виктор Романенко. Он отметил, что приоритетными направлениями работы прокуратуры нашей республики является защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение единого правового пространства, а также борьба с преступностью и коррупцией, особенно с проявлениями терроризма и экстремизма. Важное значение имеет координационная деятельность прокуратуры с силовыми структурами Карачаева-Черкесии. В истекшем году деятельность органов прокуратуры республики была нацелена на осуществление правозащитной функции на всех направлениях прокурорского надзора. Это способствует повышению уровня доверия граждан к нашей работе. Значительная работа проведена нами по защите прав несовершеннолетних, особенно детей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей. Также Виктор Романенко отметил, что в центре постоянного внимания прокуроров находятся вопросы соблюдения трудового законодательства. Я не буду сейчас перечислять все то, чем вы занимаетесь, потому что вы делаете это все профессионально, ответственно, благодаря той службе, которую вы сегодня несете в нашей республике, мир, стабильность, благополучие. Я очень искренне хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать вам дальнейших успехов в работе, пожелать вам, вашим родным, близким мира и благополучия и процветания нашей родной республики. Коллектив прокуратуры Карачаево-Черкесии с профессиональным праздником поздравили и от имени генерального прокурора России Юрия Чайки, который прислал поздравительную телеграмму. Присутствующих поздравили и от депутатского корпуса, а также руководители правоохранительных ведомств республики. Особые слова благодарности и признательности звучали в адрес ветеранов службы, которые отдали много лет делу укрепления законности и правопорядка. Многим отличившимся вручили ведомственные награды и почетные грамоты, были присвоены классные чины. Нагрудным знаком за безупречную службу наградили старшего советника юстиции Асия Тузденову, которая трудится в прокуратуре уже четверть века. Всегда хотелось быть прокурором, всегда хотелось носить погоны, всегда хотелось справедливости. У нас свое особое чувство справедливости, свое понимание законности. И мы всегда все делали для того, чтобы всем на свете жилось хорошо, чтобы ничьи права не нарушались и так далее. А сегодняшняя награда – это, наверное, скромный итог того, что мы старались сделать. Выступавшие отметили, что сегодня роль прокуратуры не только сохраняется, но и становится все более очевидной и необходимой. А прокуратура Карачаево-Черкесии, в которой трудятся 130 специалистов, занимает достойное место в системе органов прокуратуры России. Светлана Акбаева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В республиканском филиале Московского финансово-промышленного университета «Синергия» уже третий год работает молодежный общественно-политический клуб. На его заседания студенты приглашают известных политиков республики и обсуждают с ними различные вопросы. Общественно-политический клуб посетила председатель общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдаванова. Подробности у Али Баташева. Главная тема обсуждения – деятельность общественной палаты Карачаево-Черкесии. Она осуществляет взаимодействие населения с органами государственной власти и местного самоуправления с целью учета интересов граждан, защиты их прав и свобод при реализации государственной политики, а также для общественного контроля за деятельностью органов власти. Все законы, все программы в стране должны проходить нулевое обсуждение. Нулевое – это значит что? Это они должны обсуждаться в обществе, в общественных организациях, вот на таких политических, общественно-политических клубах, на заседаниях, где должны даваться свои рекомендации, и эти рекомендации должны передаваться в нашу государственную власть или даже Государственную Думу или в Совет Федерации, или во все министерства федеральные, для того, чтобы наше мнение, мнение граждан России было услышано.
Об эффективности работы общественной палаты можно судить по результатам ее деятельности. Так, за 3 года благодаря предложениям этой организации был принят федеральный закон о волонтерской деятельности. В республике были выделены средства для создания социально ориентированных общественных организаций. Рекомендации общественной палаты влияют на решения властей, отмечает Вера Молдованова. Правительству Карачаево-Черкесии рекомендовали принять меры по повышению эффективности работы созданных в республике бизнес-инкубаторов, призванных стать площадкой для развития нового дела для молодых людей. И создание на базе этих инкубаторов бесплатных школ по обучению азам практического бизнеса, в том числе и в молодежи. Это сделано. Активизировать работу по строительству молодежных центров, вы знаете, в Карачаевске будет строиться такое. В ходе встречи Вера Молдованова ответила на все вопросы, интересующие студентов, и призвала молодежь успешно учиться и активнее участвовать в политике. Та гвардия, которая получила очень большую закалку или обучение в те социалистические времена, они постепенно уходят со сцены, а взамен приходят новые молодые силы. А молодые силы – это вы, которые будете дальше руководить страной, и вы должны очень хорошо разбираться и в политической, и в социально-экономической жизни страны. Встреча была очень интересной, много узнали об общественной палате, о работе общественной палаты. Благодарны Вере Михайловне за встречу. Следующее заседание клуба планируют провести в феврале. Али Баташев, Артур Жужуев, Вести Карачаево-Черкесия. Оперативники уголовного розыска Черкесска раскрыли серию краж, совершенных в республиканской столице во второй половине прошлого года. Подозреваемого задержали в момент подготовки к очередной краже. У него дома были изъяты похищенные в разное время у жителей Черкесска вещи, ювелирные изделия, аудио-видеотехника, шуба, дорогие музыкальные инструменты. Подозреваемый бывший морской пехотинец, физически развит, занимался спортом. Все это позволяло ему с легкостью влезать в окна даже на втором этаже и таким же образом выносить похищенное. Он дал признательные показания о совершенных им 20 кражах. Передвигался вор на дорогом внедорожнике, ранее не судим, женат, работает инструктором на горнолыжном курорте Домбай. То есть образ у него был вполне добропорядочный. Была изъята видеозапись, на котором запечатлен преступник, однако плохое качество видео не позволило составить описание вора. Кропотливая работа продолжалась, и оперативники получили информацию о лице, который, возможно, причастен к совершению этих краж. Был определен сектор, в котором якобы он намеревается совершить квартирные кражи. И была организована засада из числа сотрудников уголовного розыска. Около 20:00 данный гражданин был задержан при обстоятельствах, когда он заглядывал в окна первых этажей. При задержании данного гражданина был проведен личный досмотр, в ходе которого была обнаружена деревянная стамеска, которую он отжимал пластиковые окна, фонарик, перчатки. Предоставление его в здание ОМВД России по городу Черкесску, личность данного гражданина была установлена, им оказался житель Карачаевского района. В Пятигорске по инициативе заместителя председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Исыма Мчуева прошла встреча воинов-интернационалистов со всего СНГ. Всего в форуме приняли участие 275 человек, 15 которых из Карачаево-Черкесии. Воины-афганцы обсудили наболевшие вопросы, говорили о необходимости поддержки ветеранским организациям, обменялись опытом, поделились с планами на будущее. Также в течение 3 дней проходили конкурсы среди воинов-интернационалистов. Собравшиеся состязались в 5 видах спорта и оказании первой медицинской помощи. Участники форума выявили самого меткого, быстрого и ловкого. Победителям вручили грамоты, памятные сувениры. Организатора международного форума Исыма Мчуева наградили орденом «Афганская слава». Приехали ребята со всего СНГ, были даже ребята с Австралии, были из Голландии, и также с Казахстана. И мы, во-первых, собрались для того, чтобы обменяться опытом, потом для взаимодействия и выработать какую-то тактику для того, чтобы защищать интересы ветеранов, инвалидов боевых действий. Соответственно,
Я так думаю, встреча форум прошла на высшем уровне. Все те, кто приехал, были очень довольны. Следующую форум-встречу запланирована уже в Карачаево-Черкесии. Место будем определять. И также вот на этом форуме был выбран фонд, где я был выбран председателем фонда для оказания помощи нуждающимся инвалидам и ветеранам боевых действий СНГ. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» продолжает принимать гостей. За прошедший месяц тысячи любителей зимнего отдыха уже успели опробовать новую лыжную трассу. Среди них Андрей Дерябов из Пятигорска и Олег Литвинов из Краснодара. Им, как 10-тысячным посетителям курорта, одновременно прошедшим через турникеты канатного подъемника, вручили памятные подарки. Шерифат Лепшокова расскажет подробнее. Заснеженный Архыз в новогодние каникулы встречал гостей солнечной погодой и новой лыжной трассой. О ней семья Виноградовых из Ростова-на-Дону узнала из СМИ. Заинтересовавшись новым местом отдыха, вскоре приехали на новый курорт и не пожалели. Очень-очень довольны. Ездили на Эльбрус. Здесь лучше всего. Да. Очень хорошая трасса, подъемники, прекрасные номера, обслуживание. Все понравилось. Мы даже приехали, выбрали время. Вот у ребенка день рождения сегодня. И мы отмечаем день рождения тут в горах с хорошим настроением. Нам здесь очень нравится. Здесь очень красиво и уютно. Природа просто восхитительная. Все завораживает. И погода чудесная, и сервис отличный. Очень здорово. У нас друзья сюда ездили, и мы решили тоже съездить. Я здесь первый раз. Тоже первый раз? Да, я первый раз. Ну, на самом деле, на слуху. А пятигорчанин Андрей Дерябов с Олегом Литвиновым из Краснодара и не подозревали, что станут 10-тысячными посетителями курорта. Счастливчиков, одновременно прошедших через турникеты канатного подъемника, ожидали приятные сюрпризы. Представители курортов Северного Кавказа и группы «Архыз Синара» вручили им комплекты профессиональной горнолыжной экипировки и абонементы на 100 посещений канатной дороги без ограничения срока действия. На нашем курорте «Архыз» – знаменательное событие. 10-тысячные посетители, лыжник и сноубордист. Два человека, приехавшие к нам в гости, один из Краснодара, другой из Пятигорска. Краснодарский лыжник и пятигорский сноубордист стали 10-тысячными посетителями курорта. Дирекция курорта поздравляет их с этим событием, вот, вручает им дипломы, отличного отдыха, прекрасного настроения, счастья, безоблачного неба, с великолепным снегом вас на наших трассах. Приезжайте к нам в гости, радуйте нас своим посещением, привозите друзей. Но мы постараемся все ваши пожелания выполнить. Конечно. И еще два слова от имени администрации, опять же, руководства республики, администрации курорта «Архыз». Вам дарим два скипаса. По предъявлению до конца сезона проезд бесплатный, ребята, у вас у обоих. Обладатели призов поделились своими впечатлениями. На взгляд Олега Литвинова, склоны подходят как для начинающих, так и опытных горнолыжников. Доставляет удовольствие и отсутствие длинных очередей, а также приветливость и внимательность персонала. Сноубордиста Андрея Дерябова восхищает пейзаж. Завораживающе он заставляет забыть о будничной суете. С ним согласны и туристы из Невиномыска. Мы сегодня приехали с коллективом сюда. Безусловно, это одно из красивейших мест у нас на Северном Кавказе. И то, что сегодня вот заработала такая, все это обустроилось в Архызе, действительно современно, абсолютно. Современные здания, современная канатка. Ну, я вам хочу сказать, мне здесь понравилось намного больше. Шерифат Лепшукова, Мурат Хутов, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз. В декабре компания «Мегафон», первая среди операторов связи, обеспечила доступ мобильным абонентам к услугам интернета 4G в нашей республике. О преимуществах новой связи Валерия Дагужеева. Уже давно мобильный телефон для нас стал не просто средством голосового общения, но и полноценным компьютером. А операторы мобильной связи стали полноценными интернет-провайдерами. С помощью мобильного телефона, подключенного к «Мегафону», можно смотреть мобильное телевидение, общаться с другом и при этом одновременно работать в электронной почте, передавать пакетные данные. Причем теперь это возможно на скорости, которая в 6-7 раз превышает скорость, доступную в сетях предыдущего поколения связи 3G. Теперь высокоскоростной мобильный 4G интернет от «Мегафона» доступен жителям Черкесска. Это отличная и более совершенная альтернатива проводному доступу в интернет. Абоненты могут с легкостью скачивать на свои мобильные устройства тяжелые файлы,
работать с электронной почтой, за секунды открывать любые интернет-страницы и участвовать в видеоконференции в режиме реального времени. Связь 4G существенно повышает удобство работы с информацией, необходимой для работы, учебы и развлечений. Для удобного скоростного выхода в интернет по сети 4G со стационарного компьютера или ноутбука в центрах обслуживания абонентов Мегафона можно приобрести USB-модемы. Регистрация сети 4G происходит автоматически. Подключаемся к интернету и смотрим, как загружается страница. Быстро. Давайте посмотрим скорость, с которой идет передача данных. 20 мегабит в секунду. На Северном Кавказе сейчас запускается сети 4G Мегафона в двух регионах – Кабардино-Балкарии и нашей республике. А в ближайшее время планируется запуск в Ставропольском крае, Чеченской республике и Дагестане. Мегафон в очередной раз доказал свое лидерство на рынке сотовой связи Северного Кавказа. Валерия Дагужиева, Дмитрий Устименко, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаев собрал сильнейших армрестлеров со всей республики. На базе первой детско-юношеской спортивной школы состоялись чемпионаты и первенства Карачаево-Черкесии по армспорту. За соревнованиями следил Ахмат Халкечев. В этом году чемпионат республики собрал более 200 участников, которым предстоит выявить сильнейших в 4 возрастных группах в 3 весовых категориях. Участников поприветствовал заместитель министра по физической культуре и спорту Карачаево-Черкесии Мурат Агиров. Участникам желаю честной победы, честного судейства, чтобы победил сильнейший. Успехов, счастья, здоровья, не знаю, благополучия, новых побед. Какие же соревнования могут быть без здравого азарта и спортивного соперничества? Борьба за право представлять Карачаево-Черкесию на всероссийских соревнованиях развернулась нешуточная. Уровень соревнований очень серьезный. Соперники очень серьезные, призеры Европы, чемпионы Европы. Россию неоднократно выигрывали. Ну, мы тоже готовились, старались, искали свои плюсы, находили нюансы, с помощью которых можно выиграть. Соревнования – это спорт. И за столом мы соперники, в жизни мы друзья. То есть все мы одна дружная семья, все мы тут выбираем сильнейших спортсменов, которые уже впоследствии войдут в сборную России. Через месяц в Екатеринбурге пройдет чемпионат России среди юниоров, а в начале марта такие же соревнования состоятся в Москве, но только среди взрослых. В столице спортсмены будут представлять федеральные округа. Роберт Чумаев, который и курирует армспорт в Северокавказском федеральном округе, уверен в успехе наших армрестлеров. Уровень молодежи растет год за годом. Я думаю, что в этом году на России, на Европе, на мире достойно выступят уже молодые. У нас хорошие спортсмены есть. Вот. В этом году, в 2013 году, и чемпионы первенства мира, и призеры. То есть молодежь уже растет, есть хорошая замена. Соревнования продолжались до вечера, потому что в этом виде спорта определяют победу по результатам схваток левой и правой руки. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все новости на сегодня. До встречи. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем местами осадки в виде снега и дождя, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, -6, днем 1, +6. Горах ночью -5, -10, днем 4, +9. В горах Карачаево-Черкесии слабая лавиноопасность. В Черкесске переменная облачность, днем временами мокрый снег с дождем. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 3-5 градусов тепла.